Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова бойцы ODST, Джек Шепард и Артур Блэк. Всем привет. Мы продолжаем выбираться из оккупированного гнусными ковенантами города Нью-Момбаса и пытаемся найти членов своего отряда. Что ты по этому поводу думаешь, рядовой Джек Шепард? Я думаю, что у нас все получится. Давай двигаться, мы неплохо пока справлялись. В предыдущей серии поиграли маленько за голландца, Датча, и там был форменный Call of Duty, мы дали врагам экшона. А сейчас пока продолжаем по-тихому Cover Tops, тихонько, аккуратно пробираемся. Патронов мало, оружия еще меньше. В стелсе прям как мы любим. Кстати, утреет потихоньку, или мне кажется. И посветлее, мне кажется, стало. Да, город такой брошенный. Если вы слышите у меня мигание, то это потому, что у меня жизни мало. Меня неплохо потрепали в предыдущей серии. Поэтому мне нужна аптечка. Ох, машина. Сигнализация включилась. Я не знаю, это женщина за рулем была, что ли? Парковалась. Посередине дороги, ничего рядом нет, да, машина просто перевернута. Ты бы видел себя, у тебя вид такой, я не знаю, на спине просто бандура с тебя размером висит. Прикольно. Это гранатометик. Так, я спрыгнул. Там, кстати, вниз. Да. Хорошо. Смотрим, я буду что... капитаном Прайсом, все время открывая двери. Ногами? Ага. Так, и мы, по сути, подходим. Ох ты. В последней серии мы видели, что орбитальный лифт, лифт, соединяющий нас с огромной космической станцией, был разрушен. И в этой серии, возможно, мы увидим, как это произошло. Хотя, может, и не увидим. Но вы увидите во время этого прохождения. Мы вам обещаем. Так, пока что вроде не наблюдаю. Сломанный танк. Нам нужно обыскать сектор, чтобы найти маячок. Но я, по-моему, его вижу слева, да? Или это не он? Что-то его знает. Джек Шепард. Там бочки внизу. Там внизу народ ходит. Я кого-то слышал. Начинаем. Блин, успел. Давай. Но голову я ему все-таки снес. Полетающие девочки. Давай, давай, давай по ней. О-о-о. А почему девочка? Не знаю, хотел сказать цветочка, но потом сказал девочки. Ладно, нормально. Да вроде все, спокойно, я тебя пока прикрываю. Вроде давай, как я никого пока не смотрюсь. Видать. Скажи, я посмотрюсь, потому что не хочу задерживаться, мало ли. Ну, нам тут, по сути, ничего и не нужно, поэтому, походу, просто поднимайся. Чё у тебя? Как маяк. Так, тут это, закрыто всё. Это вот такая штука стоит, это глушилка, генератор помех. И тут всё закрыто. Такой соблазн выстрелить по этой бочке. Не стоит. Так, хорошо, но я выдвигаюсь в твою сторону сейчас тогда. Давай. А лучше ты в мою, или я в твою. У тебя там дверь позади, посмотри, открывается, нет? По-моему, не должна. Там две двери и все закрыто. Окей. И это закрыто. Хорошо. Command private. Я прям за тобой. Блин, мне здоровье нужно. Меня это уже беспокоит. Пиканье. А здесь у нас очередной телефон, но он какой-то не абонент, походу. Абонент, не абонент. Отключили за него плату. Интересно, какая пока что это вот Halo 5 уже получается? Ну, она вроде как просто Halo называется. Ага. Просто Halo, она просто Xbox One. Да. Короче, ну блин, интересно, какой там графический движок будет? Это все-таки Next Gen. Посмотрим. Так, тихо. Я слышу телефон. Телефон, да, тоже слышу. Врагов пока не наблюдаю. Хорошо, это что такое, установка? Ну, я как-то не очень могу на него ответить. Видимо, не нам. Ну, ладно.
чисто, по сути. Ну, пока да. Так, блин, как бы спуститься поаккуратнее, я уже боюсь. Ну, как Джек Шепард тогда. Тут вроде не особо высоко. Так, 200 метров еще примерно идти. Здесь, блин, ты наверху там такой силуэт, я подумал, стоит тут. Перепугался. Третий сектор. Ну, по сути, пришли уже, кстати говоря. Я посмотрел карту сейчас. Как-то безлюдно, да? Так, вижу, вижу, вижу врага. Вспомни. О, парни посильней. По-моему, я сделал что-то не так, да? Да не, нормально. Ой, там просто парень совсем посильнее идет. Ты видишь? Ага. Это тот, которого надо отвлекать, да? Да. Со спины. Самая мякотка. Ух, в тебя машина чуть не прилетела. Отходи. Нормально. Так, с моим здоровьем я лучше буду заходить сзади, наверное. А ты будешь рваться вперед. Эй, приятель. Хотя ты просто можешь, у тебя же этот... Но он щит грантолет. Поставил. Ну, щит — это плохо. Я так понимаю, с гранатомета не важно им, да, попадать? Ну, за спину. Вообще, на самом деле, все, особого эффекта нет. Как повезет. Его может ударной волной просто осколками сзади посечь. Ух, чуть не влетело. Так, что я делаю? Я ломлюсь вперед и надеюсь, что он мне не успеет. Там двое мелких. Это плохо. Жив? Жив. А вот ты, что-то у тебя щит слетел, я видел. Ага. Получай, приятель. Нету. Смотри, я начинаю разбираться в этом. Да, это круто. Он еще неплохо себя долбанул. Я встал, чтобы он себя, короче, этим лучом своим шарахнул. Ударная волна тоже собственная поломала. А тут второй, кто-то его убил. Вот видишь, у них на спине такая, как я не знаю. Ну-ну-ну. Открытая такая. Блин, мне по птичку. Так, во, вот это мне нужно. Можно я возьму? Давай. Отлично. Я захвачу твой. Потому что все-таки вот эта винтовка, да. Я видел, ее собирали из этого, из папье-маши, как настоящая такая. Да что там, костюм собирали, мастера Чифа. Ага. Офигеть вообще. Если уж в коробках с третьей частью шлем давали. Ну да. Ну там он, я его видел, маленький, на кулачок только налез, наверное. Ну или на ребенка. Ага. Знаешь, на детский утренник такого отправить, мастера Чиф. Ага. Как костюм канарейки. Подходим. 50 метров. Пока что чисто. Во, смотри, аптечка. Я слышу кого-то. Где? Вот, вот, а, вот, вон, вон, все вижу. Там внизу кто-то есть определенно. О, наконец-то меня получило. Так, хорошо. Так, я вижу там корабль. И что-то горит. В огне. Горит таким огнем ковенантским. А у них все какое-то такое сиреневое, фиолетовое и прочих кислотных цветов. Инопланетные цвета такие, да? Так, по-моему, сюда можно войти, да? Ты за мной? Я тут нашел другую дверь. Ну... Окей. Моя дверь, по-моему, это куда нужно по сюжету. А ты иди куда. Я слышу странные звуки, мне страшно. Я подхожу. Здесь мешки мусора и закрыто. Возможно, я что-то упустил. Сейчас посмотрим. Ну... Но вроде бы нет. Не знаю, но этот город мы же не последний раз навещаем, этот район. Может, в будущем тут будет кто-то прятаться, там, я не знаю. Угу. Посмотрим. Так, теперь видите. Так, вон дверь напротив. Вон, видишь, там наверху что-то есть. Вижу, на балкончике. Вижу. Угу. И дверь ведет примерно туда. Так, а это что такое? А, нет, это что? Да показалось. Нет? У него вот это вот, что-то у меня светится прям. Да, тоже желтым. А, это пункт поддержки какой-то, смотри. Здесь у нас... Хорош.
Новый датафайл. Ну, в принципе, короче, ничего особо не дали, потому что у нас и так неплохо все стало уже. Ага. Главное, туда проходили, не заметили. Как-то позади осталось. Потому что спецназ ищет тропы. Позади нашей внимательности. Так, что-то здесь опять все опасно, Джек Шепард, открой меня. Давай. Назад буду поглядывать, если что. Там лестница наверх, нам, походу, туда и нужно. А здесь чисто. Иди вперед. Открываю. Не, это выход на улицу. Нам нужно по лестнице наверх, я так чувствую. Давай пойдем. Come on. Что у меня на шлеме подсветка включилась. Вот будет что-то страшное, да, поэтому ты меня отправляешь вперед. Я не знаю, я тут уже не играл. О-о-о. И сейчас Хантер такой, да? Такой, добрый день. Здравствуйте. Тут не поместится. Че, удобно на корячках? Ага. О. Я вижу пушку. Брут. Вот они такие. Я ее не беру. О, здесь наши ребята. Оборонялись. Ага. Хорошо. Вот то, что нам нужно. Что это? Это пулемет сломанный, да? Угу. Ну что, давай садись за него. Ну давай, смотрим, что это. Пушка Гаусса. Ну я так понимаю, стрелять это уже не будет. Где остальная часть твоей команды? Разбросаны, мертвы, я не знаю. Очень плохо. Нам пригодятся все ваши люди. Окей, и сейчас мы будем играть. За кого же мы будем играть? Знаем. Мабараки, интересно, что такое мабараки? Мабараки. Это же ЮАР, по сути. Или ну да. Что-то такое африканское. За Мики, а Мики это этот, как его... помнишь, летчик был? Он еще в «Убойных каникулах» играл, рыжий такой актер прикольный. В «Истории да, о рыцаре». Да, да, да. Вот он, короче, это Микки озвучил. Ну, тоже из Firefly, из «Сирии». Он еще был мужем, да? Да-да-да. Все, понял. Смешной такой парень был. Вообще офигенно. На Джокера из Mass Effect похож. Ну, или Джокер из Mass Effect на него. Офигеть, там такой проехал. Эй, где битва? Угадай, говорит, придурок. Ты знаешь, Bad Company. Скотина. Хочешь жить? Убирайся с улицы. Подождите меня. Так, ну что, ты рядом? Угу. И на нас уже набегают, поэтому... Ты посмотри, что нам дали. Да, кстати, я ее сейчас сразу использую на этом уроде. Поехали. Две вошло, ох, и он присел, походу. Ох, 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 сзади, 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 аккуратно. Ох, сколько их тут понабежало. Давай, давай, давай. Гранатку кинул. Все. У тебя персонаж такой, уха-ха. С таким криком воинственным. Так, я предлагаю отобрать у неписей танк и чувствовать себя спокойно. Я предлагаю попасть в него, нет? Ты посмотри, сколько тут их идет. Ща-ща-ща. Слева тебя. Кто там слева? Эу. О, там еще и корабль. Корабль? Ага. Что за корабль? Эу. Мне на танке тут хорошо. Ты на танке уже? Ага. Пустишь? Сейчас я это скотину приземлю. Так, сзади тебя прилетел какой-то. Я даже договорить не успел. Погоди, я вроде бы могу сесть. Блин, там подожди, там эта штука, она опасна. О, все, я сижу. Ты как-то сидишь так. А ты на пулемет, интересно, можешь сесть спереди? А я не знаю. А да лучше вон тот возьмем, этот уже подолбанный. А вообще давай на двух поедем. Ты тот новый возьми, вот тут вот нам новый дали. А я на этом поеду. Будет я его не наблюдаю. Come with me. А, все, все, вижу, вижу. Вот твой блестященький, новенький. Оу, oh, е. Yeah.
А это мой старый, весь горящий. Давай я за тобой. Я думаю, я скоро сломаюсь и сяду тогда к тебе. Угу. Там, на гусенице. Водится здесь машина непривычно. Здесь нет кнопки газа, тормоза. Все на аналоговом стике, поэтому привыкать надо. Ага. Ко мне уже ребята запрыгнули. Ну ты че? К такому-то. Ой. Знаешь, мне что-то напоминает Дичайший Запад, когда нам пушки дали просто. Мы там выносили все. Хорошо, вот так и работает спецназ. Что-то вышло. И не зашло. Угу. Так, на крыше. Нормально. Да на крыше позади? Мне. Ага. Ну я вроде попал. Это спереди стреляю, такой же пассажир. Давай. По-моему, чисто. Ну, как-то нормально вроде. Проверил такой. Ага. Не толкайся. Давай, я за тобой. У нас здесь морпеховцев зажали. Нужно им помогать. Вот эти, похоже, зажали. Доходяги. Стреляй по этому. Ага, справа вижу. Турель. Была. Я не дам этому гаду улетететь. Все. Готов. А ты посмотри. Откуда их столько? Ничего, летают зато хорошо. Полетел вон вперед ногами. Так, наши везде. Ну да, сейчас к тебе сядут. Ребзя, подсаживайтесь. А ты остановись, они будут рады только. А, да нет, не хотят. Я вообще туда еду, нет? Ну, езжай, когда дают. Пацан, садись. Он нам направо. Сейчас у меня парень тут не может сесть. А нет, налево. Все, у меня садятся. А он к тебе побежал один. Жду. Подожди, говорит, меня. Дружище, запрыгивай. Ой, его сейчас завалят. Давай. Все, поехали. Теперь я ведущий. Да. Хорошо. Че, я налево, ты направо? Окей. Здравствуйте. Я думаю, они понимают, что вот это зря вообще. Да, два танка, это же... Блин, тут этот прилетел, фантом. Надо его ломать. Ага, давай. Ну, где-то 5-6 выстрелов, и он счастлив. Его больше нет. Да. Так, там наверху кто-то есть. Но есть друг наверху один, да. Был. Все, был. Че еще тут можно сломать? Стояла, не трогала никого. Что нужно вот вообще людям от жизни? Появился кто-то. Зачем мне это сделали? Просто дайте людям танки. А, блин, аккуратно. Погоди, развернусь сейчас. Тут, там, кстати, новенький есть, можешь сесть с него. Новенький. Я прикрою. Не знаю, мне это уже дорого. Ну, ладно, сейчас с пацанами. Dead end. Так, хорошо, этот мы пока покинем. Парни, если хотите, забирайте себе, мне он уже не нужен. Ахаха, новый, новенький. О, красавец какой. Вот на таком, да, по пробкам ездить. Самое ага. Оно. Именно ездить. Ага. Ну чё, парни, сейчас они ко мне побегут? Или нет, они домой пошли? Ну, ладно, пусть идут. Так, нам прямо, да? Да, ну нажми. Давай, наверх, у тебя маркеры появятся. Угу. На крестовине. Пользуюсь этим частенько. Так, приехали на Кизингов. Окей. Как раз где и был этот. Видимо, тут все и закончится. Тут да, дач есть. Дочь. Вижу врагов сзади. Да, врагов полно. Ой, там госты. Спокойно, все, приехал враг. Да, что ты там делаешь? Я на ракеты, говорит. Ох, сверху на меня попали.
сверху неплохо жарит. У меня здесь фантом. Готово. Он сейчас уже все не так здорово. Давай в центре вот этого разбомбим. Куда полетел? Спокойно, братюня. Там сзади еще один. Так, такой. Меня очень яростно долбит. Все, мы его сломали. Хорош. Не ускоряйся, далеко не уйдешь. Блин, тут еще кто-то пришел. На банше. И на банше поломали. Так, все, двигаем дальше. Давай. Короче, ты понял, как эта пушка тут сломалась из флешбека. Угу. Потому что тут тупо мясо было и два танка. Так, хорошо, тут походу придется технику и оставить. Прости, но было весело. Фух. Да. Неплохо так проехали. Я прям душу отвел. Ага. Вот и дача с нами. Аккуратнее, говорит, двери. Там пришли на самом деле. Офигеть, сколько народу. Так, готово. Кто-то спрятался тут, нет? Или мне показалось? От нас не уйдешь. Я не виноват, да? Угу. Так, ребята, пожалуй, я сменю гранатомет. Ой, ну то есть ракетницу. Угу. У меня на ней патронов нет. Да, поэтому я ее сменил. Прикол. Подходит, принимай. Принял. Трубой чисто отоварил. Мне кажется, ему понравилось. Так, минус 0. Взорвал. Смотри, живу. Прикрываю. Окей. Со спины, по-моему, кто-то был. Осторожно. Я думаю, он не испугался. Аккуратнее, говорит. Нужно помочь дачу защитить это все. Но он там что-то не особо воюет. Ну, как-то он, да, не торопится. Ну, извинился передо мной кто-то. Так, нормально. Что, у нас тут ведет, я думаю? А вон он куда-то идет. Угу. О, патроны. Хорошо. Что-то подлетает, кстати говоря, сейчас, я думаю, сейчас будет. Что-то у будет. У нас проблема. Сейчас будет сейчас что-то. Что-то сейчас даже будет. Но я бы не сказал, что это что-то мощное. Я как баскетболист. Кинул метров на 100 эту гранату. Человек пятерых убил. Ох, а вот сейчас у нас проблемы явные. У нас много проблем там сразу, я даже не знаю, о какой тебе сначала сказать. Я думаю, стоит о той, которая, да, меня убила. Так. Аккуратно, мне надо отдышаться маленько. Ты сдохни ты, ну. Какой гранатой. Гад отходит. Хорошо. На, получи. Давай. Я, по-моему, кинул ему гранату. Все нормально. Хорош, все, взорвал. Бежим. Еще подкрепление. Да мне нехорошо тут. Прячься куда-нибудь, вот тебя сейчас разлупят. У меня есть пушка. С тобой бегут. Да у меня тут, я разберусь с этой мелочью. Там главное с крупными разобраться. Хорошо. Получай. Со здоровьем опять все не очень хорошо. Ага. Это мину мне кинул. А, нет, все, понял, щит он кинул. Давай, давай, 96 патронов. Я одному приятелю там щит снял, он к тебе бежит со спины. Ага, вижу. Давай. А, он мне втащил. Бил. Некоторые с одного удара не дохнут. Еще сверху. Прям ко мне бежит такой со щитом. Привет. Привет, приятель. Так, разбирайся там, а я к тому товарищу зайду, который со снайперки по мне лупил. Если что, кричи. Да мы сейчас встретимся, он где-то тут заныкался. Или его уже убили. Нормально.
Хорошо. Сканер его не засекает, так что он не невидимка, значит, просто сдох. Ладно. Что тут такое есть? Чего? Неплохо пробовали. Так, это а что последний магазин, да? Ага. Нет, это на этом. Ну, все нормально. А здесь что такое тут снизу? Закрыто или открыто? UNSC. Да, мне кажется, закрыто. Там значок вооруженных сил Земли. Ага. Так что это похоже какой-то. А здесь тоже, по сути, так что охраняемая территория, короче. Слышал что-нибудь от Гани? Нет. И от Ромео тоже ничего не слышал. Похоже, только ты и я остались. Я предлагаю здесь окопаться и ждать подкрепления. Слава богу. Вы умеете пользоваться взрывчаткой? Твоя мысль только что отошла на задний план. О-о-о. Хорошо. Очень хорошо. Неплохо справились так. Было весело. Не погибли даже ни разу. Ну, но, нет, я один раз умер. Да, это по сути. Неплохо справляемся, неплохо идем. Так, ну и что, сейчас мы возвращаемся к нашему руке. И опять начинается нуар. Окей, говорит, будем дальше искать. Круто. И уже кто-то прилетел. Сейчас мы сразу его встретим. Угу. Всех порубаем. Нет, он куда-то туда улетел. Да ладно, короче, я предлагаю на этом завершить эту серию. Давай. Следующий уже двинуться дальше к орбитальному лифту или куда там. Неплохо так подбивались, и Микки прикольный персонаж, как и человек, который его озвучил. Мне вообще нравится. Ага. Он в этом убойной каникулы, помнишь, там два парня были такие деревенично. В домике. Ага. Вот это вообще самый офигенный, по-моему, фильм. Ну и в истории про рыцаря, он там такой напарник рыцаря. И я, говорит, тебя предупрежу. Если, говорит, ты меня обманешь, такой, видно, укорёшь, такой, боль, говорит, дикая боль. Короче, офигенный актер. Ладно, увидимся в следующей серии и будем дальше выбираться из этого города. История продолжается, и пока что все очень круто, особенно в кооперативе. Да. Так что увидимся, всего хорошего, пока-пока-пока.